Приветствую всех домашних мастеров и любителей инструментов. В этом видео посмотрим цену на стационарный циркулярный станок для дерева 220 вольт 2100 ватт FL2741 из AliExpress. Заходим на сайт «Поиск ручных электроинструментов». По ссылке под этим видео нажимаем кнопку «Посмотреть цену». Цена актуальна на 2 марта 2019 года. Итак, стоимость такого станка $220.22. Доставка в Россию платная. $87.28. Активируем 220 вольт и получаем общую стоимость для россиян $307.50. А теперь посмотрим стоимость доставки в другие регионы. По России мы уже все выяснили. Теперь смотрим по Беларуси. $256.48 стоимость доставки. Так, Казахстан. $97.72. И Украина. $266.44. Ну вот такие нехилые цифры за доставку. Ну и станок сам по себе нехилый, да? 2100 ватт. Это серьезно. Так он выглядит. Вы были на канале «Поиск ручных электроинструментов». Это действительно удобный шопинг для всех домашних мастеров и любителей инструмента, а также профессионалов.